Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео мы с вами поговорим о самых захватывающих экшен-играх на ПК. Если вы любите адреналин, динамику и невероятные приключения, то вы попали по адресу. Для вас я подготовил топ-10 самых лучших экшен-игр на ПК, чтобы вы могли насладиться великолепной графикой, захватывающим сюжетом и эпическими битвами. Готовы окунуться в захватывающий мир событий? Тогда давайте начинать! Darksiders 3 – третья часть игровой серии, которая заслужила массу позитивных эмоций со стороны своих почитателей. В третьей части тебе предстоит сыграть за третьего всадника Апокалипсиса, который отличается своей невероятной жестокостью и бесстрашием. Характер будет у нашего героя хитрым и полным наглости, а также ему не отбавлять доли отменного чувства юмора. В 2018 году геймерам представилась возможность снова окунуться в череду динамично развивающихся событий, где ты будешь постепенно сокрушать на повал всех своих соперников, уничтожая одного за другим и истребляя всех сторонников зла. Нужно отметить, что данная часть серии понесла за собой массу интересных модификаций, как в плане графики, так и в плане игрового процесса в целом. Динамика тоже сможет похвастаться своей тщательной проработкой, что точно не позволит тебе скучать. Uncharted – наследие воров коллекция. Эта коллекция представляет собой сборник игр серии Uncharted и включает в себя две последние игры серии. Речь идет о четвертой части, которая также называется «Утраченное наследие». Особенностью этого сборника является то, что впервые игры серии будут доступны для ПК, а также улучшенные графические настройки, оптимизация, переработанное управление и интерфейс, который позволит получить максимум удовольствия от игры. Стоит подчеркнуть, что в сборник вошли только самые последние части, но благодаря четкому сюжету игрокам не обязательно знать, что происходит в самом начале франшизы. Эпизод 4 рассказывает историю Натана Дрейка, который отправляется в новое путешествие, чтобы найти сокровище знаменитого пирата Генри Эйвери. Приключение проведет главного героя через разные уголки мира, и в конце концов он посетит вымышленную пиратскую страну под названием Либерталия. Помимо Натана и его команды, сокровище преследуют различные злодеи и негодяи, которые хотят использовать их в ужасных целях. Это означает, что героям необходимо победить всех своих врагов, только так они смогут достичь цели, а затем спасти мир. Bayonetta – игровой проект, который отправит тебя в невероятный мир приключений, где тебе предстоит стать настоящей соблазнительной ведьмой по имени Bayonetta. Наша ведьма является единственной, кто сумел выжить в жуткой ситуации из всего ее клана. Данный проект показывает все прелести популярного в наше время жанра экшен. История поведает нам о том, что когда-то на планете обрел свое существование могущественный клан ведьм, который чудесным образом мог сохранить баланс между светом и тьмой. Огромная достойная семья погибла, и в живых осталась лишь одна из рода ведьм. Это наша главная героиня, роль которой тебе предстоит сыграть. Ты попадаешь в очень опасный и запутанный мир, и тебя ждет масса тяжелых решаемых задач и множество вопросов, ответы на которые не так уж и просто отыскать. В твоем арсенале будет масса мощнейшего оружия, которое ты смело станешь применять против своих соперников. Devil May Cry 5 – это пятая часть основной серии популярной игры. На выбор предлагается три необычных персонажа, включая Данте и Нерона. У каждого из них свое уникальное оружие и стиль боя. Как прежде, игровой процесс заключается в быстром уничтожении врагов. Вы должны использовать различные приемы ближнего и дальнего боя, чтобы создать дальние комбинации и уклоняться от атак. Для этого игрок приобретает определенный стиль, который будет играть важную роль. Действие снова происходит в городе под названием Красная Могила. Со временем после битвы прошло 4 года. За это время Нейро успела зарекомендовать себя как агентство. Сотрудники агентства специализируются на охоте, их жертвами становятся потусторонние демоны. Нейро обнаружил странную паранормальную активность. Оказывается, в наш мир проникла целая армия адских существ с нечеловеческими способностями. Чтобы защитить горожан от зла, Нейро снова берется за оружие. Игра получила высокую оценку и была названа фанатами одной из лучших в серии игр. For Honor – динамичная игра, погружающая вас в огромный мир, где потребуется комбинировать навыки и неистовство сражаться в ближнем бою. Вступите в битву в качестве одного из величайших воинов – гордого рыцаря, неистого викинга или загадочного самурая. Уникальная система управления искусством войны позволит полностью контролировать движение персонажей, которые в борьбе за свои идеалы и родные земли используют самые разные навыки и оружие. Побеждайте вражеских воинов, лучников и героев, которые окажутся у вас на пути, и почувствуйте дух настоящей битвы. Каждый раз перед началом сражения вы сможете выбрать одного из великих воинов прошлого – самурая, викинга или рыцаря. Каждый из них владеет особым стилем боя, использует уникальное оружие и обладает силой, достаточной для определения исхода битвы. Возможности индивидуализации позволят изменить внешний вид воина по своему вкусу, выбрать подходящий нагрудник, наплечники и шлем. Придайте неповторимое обличие своей команде. Окунитесь в мир For Honor, штурмуйте замки, встречайтесь лицом к лицу со смертельно опасными противниками, откройте для себя невероятную историю воинов, бьющихся не на
на жизнь, а на смерть. Вы столкнетесь с интригами и предательством. Потребуется задействовать все навыки и хитрость, ведь кровожадный полководец Аполлеон не станет сдаваться без боя. Режимы сетевой игры позволят оценить уровень своего стратегического мышления и улучшить навыки. В беспощадном бою можно победить, только работая в команде. Координируйте действия с другими игроками, кто убивает врагов, помогает союзникам или захватывает территорию. Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха. Новая система управления позволит полностью контролировать движение персонажа и наносить выверенные удары. Софи – приключенческая игра, разработанная в жанре экшена, где все действия происходят с видом от третьего лица. Исполни роль молодого и отважного бойца, который познает все техники кунг-фу. Сюжетная линия расскажет о случившейся трагедии, в которой были убиты родители главного героя, и теперь он становится на пути отмщения, чтобы расправиться с преступниками. Достичь положительного результата будет не так-то просто, ведь впереди тебя ожидают масса испытаний, всевозможных опасностей и сражений с коварными оппонентами. По мере следования нужно всегда пользоваться своими знаниями, а также не забывать совершенствоваться, чтобы справиться с более сильными противниками. Место действия – большой город, который частично открыт для исследования, где ты сумеешь раздобыть ценные ресурсы и зацепки, которые приведут тебя к нужной цели. Графическое исполнение игры порадует своей необычной рисовкой и визуальными эффектами, а общую атмосферу здорово дополнит звуковое сопровождение. Проект Ninja Gaiden 3 представляет собой поистине кульминационную культовую трилогию приключений экшенов Ninja Gaiden, рассказывающих о стиле боя ниндзя. Здесь вы сможете проверить свои силы как в довольно опасных испытаниях, так и в менее угрожающей для жизни обстановке. Постарайтесь не ударить грязь лицом в наиболее скоростной части серии. Теперь главным действующим лицом будет не только Рю Хаябуса, но еще тройка других действующих лиц – девушка-ниндзя по имени Аяне, Касуми и Мамидзи. Они не ограничатся лишь основной сюжетной кампанией, поэтому вы сможете спокойно использовать их в испытаниях ниндзя. Также у героини Аяне и вовсе предусмотрена своя сюжетная линия. Приготовьтесь постоянно быть начеку, потому что здесь вас ожидают захватывающие поединки. Опробуйте свои способности в испытаниях отваги, которые точно придутся по душе давним фанатам франшизы, желающих окунуться в более масштабные сражения. В каждой главе можно отыскать особые хрустальные черепа, которые выполняют функцию специальных врат, ведущих к наиболее смертоносным противникам всей серии. God of War – ролевой приключенческий экшен с видом от третьего лица, в котором вы отправитесь на просторы, вдохновленные скандинавской мифологией, и будете там выживать в роли отца и наставника. Кратос – отважный воин, что некогда отомстил богам Олимпа и теперь вынужден жить в мире скандинавских божеств и чудовищ. Он не думал о счастье, а его рассудок питался лишь гневом. Но теперь все изменилось. Он смог обуздать свой гнев и, более того, снова стал отцом и теперь должен во что бы то ни стало научить сына всему, а заодно и защитить его от всех опасностей, что предостерегает его сына в этом ужасном, красивом, но опасном мире. Не обошлось в игре и без прокачки. В вашем распоряжении будет невероятное количество способностей и навыков различных умений, которые позволят стать сильнее при должной прокачке и обуздать еще большие силы. Но при этом прокачка тут сложна и потребует внимательности. Плюс ко всему, многое будет в игре зависеть от снаряжения и вооружения, которые будут в распоряжении главного героя. А еще в God of War ждет самообучаемый искусственный интеллект врагов, схватки с огромными боссами, множество кат-сцен с диалогами и красивыми анимациями, разнообразные спецэффекты, рандомные события, что испытают ваши умения в полной мере, и приключения с неожиданными и непредсказуемыми концовками. Отправляйтесь в приключения, обуздайте силы Кратоса и обучите его сына всему, что знаете. Hellblade: Senua's Sacrifice – реалистичная игра в жанре экшена, которая исполнена с приятной и оригинальной графикой, а также несет в себе интересную линию сюжета. Тебе предстоит попасть в мир, который просто до краев наполнен неким безумием. На этот раз тебе предстоит взяться за исполнение обязанностей отважной и несокрушимой воительницы по имени Senua, которая отправляется в страну мертвых. Твоя цель заключается в том, чтобы, пройдя все испытания, отыскать душу своего погибшего возлюбленного. Создатели игры опирались на тему мира людей, который обладает психическими расстройствами. Именно наша главная героиня и будет страдать острой формой психоза. Ты окунешься в глубину души человека, который способен увидеть что-то ужасающее даже в обыденных и повседневных вещах. Тебя ждет масса тайн, соперников и препятствий. Metal Gear Rising Revenge – хорошо продуманный слэшер в жанре экшена, где тебе предстоит отправиться в альтернативную реальность, чтобы уничтожить колоссальное количество соперников на пути. Человечество постепенно продвигается к техническому прогрессу, совершенно не замечая, что у такой медали еще есть и темная сторона, которая может повлечь за собой довольно неприятные последствия. Игра покажет тебе одно из развитий будущего человечества, где ты станешь отважным героем и будешь сражаться с врагами любыми доступными способами. Особое внимание разработчикам было уделено именно динамике геймплея, и тебе предстоит окунуться в череду быстро развивающихся событий, быть максимально сосредоточенным и внимательным.
Скучать тебе точно здесь не придется, ведь всегда будет чем заняться. Окружающий мир будет открыт для исследования, которое подарит тебе много полезного для сохранения своей жизни, а также для более эффективного исхода того или иного сопротивления. Боевая система также не обделена уникальностью и позволяет игроку усовершенствовать свои боевые навыки, изучая различного рода приемы и пополняя свой арсенал мощнейшим оружием. И вот мы подошли к концу нашего топ-10 экшен-игр для ПК. Надеюсь, что вам понравились мои рекомендации и вы уже заметили игры, которые хотите попробовать на своем ПК. Помните, что мир экшен-игр бескрайний и всегда найдется что-то новое и захватывающее для каждого игромана. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий с вашими любимыми экшен-играми. Я всегда рад вашему участию и открыт для новых идей. Благодарю вас за просмотр, оставайтесь со мной и до новых встреч!